Должников, старшая по дому на Солдатова 26, Тамара Корнилкина, знает поименно, как истинный хозяин дома. Она переживает, если кто-то не оплачивает жилищно-коммунальные услуги вовремя. От этих средств напрямую зависит состояние самого здания и благополучие проживающих в нем жителей, говорит Тамара Дмитриевна. У жителей есть какие-то обязанности. Они обязаны регулярно платить квартирную плату. У нас в доме это делают не все. Но управляющая компания принимает меры по этому поводу, работают юристы. Вот буквально на днях приходили мы с юристом, прошли должников всех по квартирам, вручили им предупреждение. Старшая по дому тесно взаимодействует с управляющей компанией. Так удается решить массу проблем, в том числе и такую, как незарегистрированные, но проживающие по факту жители. Теперь прописанные граждане не оплачивают ресурсы за незарегистрированных, но проживающих в доме жильцов. Мы недавно прошли... В октябре месяце всех переписали по наличию проживающих, и теперь бухгалтерия им будет начислять по количеству проживающих. Со мной не надо ругаться, я губернатор одного дома. Такая забота о своем доме и тесное взаимодействие с организацией, обслуживающей здание, дают неплохие результаты. Сборы по платежам за услуги ЖКХ в последнее время существенно улучшились. Это напрямую отразилось в содержании объекта. В подъездах регулярно проводится освежающий ремонт. Старые деревянные рамы на площадках заменили на металлопластиковые. Этой осенью заасфальтировали придомовую территорию.